будучи умным человеком, да, и все его поведение, оно разрушительное, и в каждом из нас бывают такие вот программы разрушительные, кто-то спивается, кто-то препараты, кто-то экстримом занимается на грани возможного. А у Алексея, мне кажется, вот что-то в жизни произошло, от чего он недоволен, и Прям другим тоже делает больно. То есть это ага. может быть то, что вот, например, сын не рядом, да, он не участвует, например, в воспитании так, как он хотел бы это сделать. Может быть, старая травма там измены жены так повлияла, что теперь он как бы всем женщинам как будто бы мстит. Но честно, Лёх, с этим, ну, честно, как-то надо разобраться, потому что по итогу время будет идти, и, скорее всего, можно будет остаться просто одному и никому не нужным. Ну, еще таким полуфриком, а все-таки какой-то как, ну, что-то надо создать. Создать что-то свое и крутое. Я бы очень хотел увидеть тебя вот в таких отношениях, где ты вот покажут другого Алексея Дееева. А старые травмы надо прорабатывать. Это все-таки есть. Надя. Бля, да ты короче. Много. Да, просто ты желаешь такого маньяка рядом или нет? Вот я, наверное, одна из тех дурочек, которые вот в их незаконченные отношения верят, в незавершенные чувства, что остались, да. Но он себя ведет реально как придурок. Когда я говорю, Леша говорит, Надя, история последнего дня. Значит, я делаю все, уговариваю Брянскую вернуться, потому что вижу, что между ними происходит. Я говорю, Лех, начни за ней ухаживать, как за женщиной. Отправь цветы, извинись, Леха, да, узнай у нее адрес. Узнаю я адрес у Ани, где она живет. Вы думаете, Леша извинился, отправил цветы? Хрен. Лех, понимаешь, когда ты фокус собьешь вот с общественной жизни Дома-2 и реально поставишь себе как цель вернуть женщину, по которой ты сходишь с ума, ты станешь героем в глазах многих. Тогда я скажу, вы знаете, я знала Лешу когда-то, который способен Но разрушить... Нужна ли она ему? Вот в чем вопрос. Она ему нужна, но для этого он не делает ни хрена, ну, вот а значит не хочет. Да. Ну что же, Алексей, как я вижу, не делает никаких выводов, теряет одну за одной. Но, тем не менее, он уверяет, что станет другим, и после лобного позвонит Ане Брянской, и все изменится. А вы не приключайтесь, значит, в эфире еще масса всего интересного. А это телепроект «Дом-2. Новая любовь». Спасибо.